Slavic Bazaar. The only place open during coronavirus. It's actually good for artists. And we're gonna be late for press conference. Для меня было странно поначалу, потому что я каждый третий день переезжал куда-то всегда. А у меня большое счастье, у меня родился сын, и это мне дал шанс побыть вместе с ним и с Леной, с миром. То есть мы вместе провели это время, поэтому для нас это было счастье побыть вместе, что никуда не надо было уезжать. Дорогие жители, гости нашего славянского города Витебска, в этот торжественный вечер меня переполняют чувства радости и гордости за всех нас, прежде всего за белорусов, которые никогда не становились и не встают на колени перед вызовами времени. Славянский базар – фестиваль с яркой, интересной судьбой. Фестиваль задумывался как праздник дружбы братских народов, белорусов, россиян, украинцев. Славянский базар стал сердцем культурного и духовного единства. И это сердце должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля через искусство к миру и взаимопониманию. Звезда мирового и российского балета Сергей Балунин. Может быть, я слишком много имел,
Может, спешил слишком жить, может быть. Может быть, я слишком быстро успел самых любимых забыть. Может быть. Может, мне Бог подарил этот мир, словно ребенку любя. И этот мир ослепительным был. Друг, помоги мне понять. Может быть, может быть, я равнодушием предал тех, кто меня не предаст. Может быть, может, мне Бог подарил этот мир, словно ребенку любя. И этот мир ослепительным был. Помоги мне понять. Меня поддерживали первые гастроли мира. It was good. Felt the help. Кстати, хорошая песенка. Колыбельная. Прибыл.